На сессии обсуждались как конкретные кейсы правоприменительные в вопросах недобросовестной конкуренции на рынке финансовых услуг, так и те мероприятия, которые можно реализовать и которые будут реализованы в рамках национального плана и дорожной карты по развитию конкуренции, которые будут предупреждать нарушение антимонопольного законодательства в форме недобросовестной конкуренции на финансовых рынках. Участниками было отмечено, что финансовые рынки особо значимые для экономики, и любые проявления недобросовестной конкуренции на финансовых рынках могут подорвать доверие населения как к отдельным финансовым институтам, так и к финансовому рынку в целом. Допустить подрыв такого доверия невозможно, и нужно предпринимать все имеющиеся в распоряжении регуляторов меры для того, чтобы такое доверие сохранить и развивать рынки на принципах равных конкурентных условий и честной и справедливой конкуренции. Участниками дискуссии была также отмечена необходимость подготовки разъяснений по практике применения антимонопольного законодательства по делам, связанным с недобросовестной конкуренцией, для того, чтобы была понятна и сформирована единая доказательная база, которая позволила бы единообразно применять нормы, а участникам рынка готовиться к подаче соответствующих заявлений в антимонопольный орган и в случае возбуждения соответствующих дел, рассмотрению этих дел и доказыванию актов недобросовестной конкуренции. На финансовых рынках есть такие проявления недобросовестной конкуренции, которые очень сильно влияют на деловую репутацию участников рынка, и это не может не волновать участников, и соответствующие меры, по их мнению, нужно предпринять для того, чтобы таких проявлений было как можно меньше.